просить вас вручить свои дары для вас и будущей семьи. А швейцарский банк нам сейф такой прислал. Он будет рядом с молодой парой, надежный и красивый. Швейцарский банк нам сейф такой прислал, чтоб молодожены жили бы счастливо. Берем сегодня мы драгоценными камнями и мехами, купюрами любого цвета. Пополним банк мы вместе с вами. Ну а затем за банкетным столом выпьем чарочку за это. Итак, друзья, мы открываем парад гостей. И открывает наш парад гостей поздравления молодоженов, конечно же, родителям. Мы приглашаем папу Сашу и маму Елену поздравить молодую пару, обнять, поцеловать, ну и пощекотить. Спасибо родителям за добрые объятия, теплые объятия, подарок. Саш, пожалуйста, рядом с сыном. Сыном останавливаем вас на минуточку. Парад гостей и чествуем родителей невесты. Папа Юрий, мама Ирина. Да, все, семейный банк пополняется. Поцелуй молодожены получает. Приглашаем родителей занять почетные места в роду молодой пары. Сделаем фотографию и чествуем в нашем зале родная сестра Лиля, ее муж Владимир и племянник Артем. Зовем эту дружную семейную пару поздравить молодоженов. Вставайте, друзья, рядом с молодой парой. Делаем фото в семейный альбом. Парад гостей продолжает бабушка Александра. Пожалуйста, уважаемая, зовем вас. Давайте вот так откроем. Все, бабушка Александра, просим вас встать рядом с молодой парой, сделаем фотографию. Вас в зал. А наш парад гостей продолжает дядя Саша, тетя Таня и брат Влад. Пожалуйста, вашу семью приглашаем на фото. Мы продолжаем парад гостей. Чествуем в нашем зале дядя Витя и тетя Валя. Продолжает крестный папа Володя и жена Люда. Крестная мама Анна, сестра Алена, Руслан, Алинка. Пожалуйста, приглашаем вас ближе к молодым и продолжает тетя Валя и дядя Гриша. Куда убежали? Вставайте, фотосессия. Гостей честно в нашем зале тетя Алла и дядя Гриша. Честно в нашем зале сестра Инна, Руслан, Саша.
блюда. Здесь сестра Оля, Даша, Женя. Пополняли.